Так, здорово всем, пацаны. Короче, захожу в аккаунт. Начал стрим без задержки. Почему? Потому что мы с кассом будем, короче, участвовать. Вот. Хрена там, короче, ребят. Что-то призовой растет, как на дрожжах просто, смотрю. Вот. Пока захожу в батлнет. Погодите, пацаны. Так, все, чай заварил, короче. Что с наушниками? Так, очень. Так, все перекручиваются аски. Постоянно я что-то занимаю. Провода бесящие, блин. Так, ну что, сейчас с Мишаней созвонимся, короче, мы тогда. Алло, здорово, Миш. Привет, привет. Слышно меня нормально, да? Да, все хорошо. Так, там, я вижу, только мы зарегистрировались, начали призовой кидать, прям захотелось даже выиграть. Да, что-то прямо 8 тысяч резко он стал. Пацаны там не скупятся. Еще недолго, и я даже захочу чуть-чуть попотеть и постараться выиграть. Хотя там такие команды, я вижу, порегистрировались, которые, походу, к этому турниру долго готовились. Ну, видимо, ну так, побьемся, что там, как получится. Да, согласен. Я-то просто сейчас, ну так, 2 на 2 все-таки попроще, но давно не играл особо. Зрители говорят, столько, сколько ты корейцев стримишь, у тебя скилл должен быть уже запредельный, так что все нормально. Возможно. Че, давай-то зови меня, можно, пока сетки нет. Давай. Сейчас быстренько разомнемся с кем-нибудь там. Так, группа. Не знаю, как будем играть, в принципе, я думаю, что в голову придет, да, или... Ну, походу, ну, так-то сыгрываться, просто есть там всякие со скидывалками билды, как бы, если уж потренится, как бы, ну, вот я, ну, не знаю, как там пройдет такое или нет, что-то у нас, можно что-нибудь подумать о чем-то таком, как бы. Вот, ну, я думаю, просто, ну, надежно, главное, самое, там, с разведочкой просто, чтобы я там по спилону просто ехать буду и все, как бы, ну, смотреть. Интересно просто, как вот будет работать этот билд у меня, вот как Innovation играет, знаешь, через две факторки первого рипера и циклоны галеоны. А, в 2 на 2 именно, ну... Да, и так в мех выходить. Вот. Или просто играть в Марикл, потому что каждый раз, когда я играю в Марикл, такое впечатление, что не я выигрываю, а тиммейт, а я просто как будто статист, потому что Мариков там и галеоны контрят, и все подряд. Mm. Не, ну можно через мех попробовать будет. Просто, ну, в Мариках плюс, конечно, помобильнее, что ты будешь. Да, то, что мобильность. И дропать можно. Но такое впечатление, что 2 на 2 ты не играешь экономически. То есть всегда какое-то такое чувство, что ты не можешь в макро хорошо выйти. И там ты не можешь спамить так Мариков. Ну сейчас это да, не, в макро понятно, что там слабее есть, чем как бы получается, да?
Чем в один на один. Так, давайте, у нас третье место. У нас матч за третье, получается, будет. Вот. Если будет. Где? Ну, три призовых, типа, там, от 7 тысяч, как бы, получается. Я думаю, что он даже, возможно, и double elimination сделает. Ну да, там написано по правилам дабл. Просто посмотрим, короче, что там будет. А, ну в принципе, если дабл, то тогда и не надо матч за третье. Я что-то об этом не подумал совсем. Протосы, протосы. Ну, нам, походу, первый раз, как мы играем, не сильно хороших игроков кинет, сильно много мы не потестим. Да понятно. Не, ну просто так, подраз разочек сыграем, пока сетку делаю, да, там уже главное, чтоб сразу самые да. Монстры не попадались. Дали раскликаться. Ты сегодня стримил этот турнир от Варди? Да, да, стримил. Я только на финал попал, там, Innovation, жесть, тащит. Че, ну там как-то я тебе скажу, что там было несколько зергов, ТВП полуфинала, где... Без шансов Протосом было как-то просто. Да. А Innovation вообще какой-то сейчас монстр стал. Даже, вот... да, даже Бьяна он что-то разваливает жестко. Да, да. Вот там какие-то корейские вот кинут в ТВТ, что они две базы играют все время, две базы. То есть и потом масс-дропы, дропы, дропы, дропы. Вот, ну, наверное, да. Правильно. Сейчас в этом плане, да, ну, то есть редко как-то там халява прямо. И ТВП тоже сейчас. Постоянно две базы, я замечаю. Две базы, давление, третья цеха уже, да, да. Во время того, как... Там на 7-8 минуте уже там, когда продакшн есть. Есть такой момент. Ну, не знаю, вчера ДНС Бьяна выиграл 2-0. Причем они играли на американском сервере, то есть... Пинг был у них одинаковый. И по играх, как бы, ну, блин, ты не знаю, тащил Протос. Я думал, прям вот патч Либераторов зашел, потом смотрю, не, вот на сегодняшнем варде. Все равно что-то Тираны унижает тосов. Да, слушай, ну, да, иногда Бьян бывает, заносит как-то так. Гая, куда приехал, короче, не понял, где они вообще живут? Наверх. А, вижу, все. Так, вот из золота ты будешь? Давай ты бери золото. Давай, давай, сейчас. Или ты планируешь в одну базу играть? Поржа, смотри-ка. Ну, вообще, как бы, я уже как по однобазовому так развиваюсь. Ну, тогда я буду вот такие базы занимать в следующий раз и выходить вот так, или в мех, или в био. Что у меня получается, если я не играю в мастриперов, то все билды идут через Fast Expand. То есть просто такое открытие. Ну, конечно, масс-риперов, но я не знаю, как с тосом это будет работать. Потому что зергом это хорошо, потому что зерги скоро спидлингов получают. И там можно давление делать. Ну, просто если только мне есть только два гейта с одной базы под куш такой делать, типа густится варп, по два сталкера постоянно строишь, как бы. Такое что-то есть только. Так, Давид, да? Я здесь, среди теней. Ну, все равно против зергов это не зайдет. Я думаю, что линги будут сильно сжирать. Ну да, я думаю, что ну, лучше как бы либо вот если в факторке, либо в стимленное био, плюс как бы с меня Гвардиан Шилды стандартная такая-то тема. Я здесь. Ваши союзники вступили в бой. О, там фотонка. Две фотонки уже стоят. Ваши союзники вступили в бой. Нашу сталкер. Не вижу, что не до контроль. Пока
что? Давно ты, наверное, не играл так. Да я вообще сейчас сниму. Ваши союзники вступили. Месяца два или три вообще ни одной игры не играл. Ну, не три, но два, наверное, где-то. Ну как ни одной там с пацанами. Вот, наверное, 2 на 2 играл, 3 на 3. Соскучил немного и есть желание поиграть. Нет, тогда я прям даже, ну, подумал, что почему бы и нет. Так-то обычно, но бывало, что и особо желания не было. Здесь, среди теней. Вот, у них и спам внизу есть. Так, ну тут понятно, что легкие парники-то. Так, видишь, если у нас кто-то уже есть. А, крит, изи, нифига себе. Ну. Сразу жарко. Да, могло бы быть типа легче первый матч. Одна 8192. Неплохая сетка, я тебе скажу. Угу. Как, а, там так очки. Получается какие? Без лузеров. И почему? Верхняя, нижняя есть кого? Где? Не вижу нижняя. Ну, рядом, где на Good Game смотришь сетку. А турнире там верхняя сетка, нижняя сетка. Прям вкладки, где у тебя рядом с участниками есть. У меня только найти себя и сетка на весь экран. Сейчас, погоди. Ссылку в Skype скинул. Угу. Это винеры, ну там, а вот типа рядом лузера есть. О, вот это же нормальная сетка. Вижу. А, я по вкладке турниры шел. Угу. Так, ну что, будем писать им? Начинать? Ну да, команд, сколько команд? 19 было, нифига много даже так. 20. Да, собиралось. Но они хорошо сделали, заранее анонсировали. Там все за 2 недели уже знали, тренировались. У них состав команды 6 человек, камбэк. Это кто из них играет? Каугуар, Крит, Келоус? Хороший вопрос, да. Криду написать, если он есть... Так, вот кто-то уже мне пишет. Wolf Tiger. Invite, please. Стрим, задержка 2 минуты. Ну, стримит, наверное. А, хорошо. Я думал, мне нужна задержка. Думаю, что? Зачем? Так, вот Изи вижу. Даем. Ждем, что он напишет. Авокадо с гоблином будут играть, это вообще иностранцы. Да ладно. Ну, Авокадо швед и. Ну гоблин... я помню, да. А как ты. А, да. Ты прям в команду заходишь, короче. Не, ну вот, ну, я в чате вижу, и они пишут, ищут команды. А-а-а. Тем более, я сегодня видел, они играли, тренировались 2 на 2. Ну да, слушай, прикольно, вообще даже интернешнл турнир такой. Потихоньку уже на Good Game заваливаются интернациональные игроки 1 на 1, 2 на 2. Это хорошо. Ну да, ну вот сейчас как раз, может, видел там Яндек такой сайт поддержки типа Старкрафта запилил. Вот хорошо бы какой-нибудь турнир бы еженедельный 1 на 1 бы свой организовать. Или хотя бы раз в 2 недели, чтобы проходил.
как бы сайт наш поддержки? Чисто... А ты где? А ну покажи. Слушай, сейчас скину тебе. Я все походу пропускаю. Вот. Может быть, там уже и ты там что-то тоже, как бы, то есть суть в том, что там плюс, ну там, за победу над иностранными игроками, там, например, на GoFSK, там плюс 100 рублей, короче, нашим всем, знаешь, там, типа, такая да? тема. Ну да. Блин, не, это мотивирует. Идея интересная, как бы, да, в этом плане. А, тут пишут для того, чтобы мотивировать российских игроков, ясно. Нет, там всех, насколько я помню, или только я вот не знаю, короче, как... Пишут российского StarCraft'а. Насчет этого момента я не знаю. СНГ или чисто российских, как там Яндекс.Дел. Вот. Но имело бы смысл, конечно, СНГ всех. Было бы хорошо, я бы не против. Это заряжает, мотивирует. Иногда, когда вот такие застои, когда чуть-чуть желание пропадает, такие вещи могут тебе дать толчок такой. Не то, чтобы продолжать, а выложиться на полную. Ну да. Да, слушай, так это лишнее пред. Пишет только рус. Ну, надо будет узнать, кого проконсультироваться, что там к чему. Изи пишет, да, он играет, только с кем. Пишет, гоу черкать, а вот сейчас черкать, я не знаю, какие карты. Ладерные 2 на 2, да? Ну да, судя по всему. Так, сейчас... есть какие-то пожелания, ну посмотри по картах, или мне любые черкать? Слушай, я думаю, что пофиг. Просто единственное, смотри, что там мы-то тиран протус, если где рампы раздельные могут прессовать, получается. Да, я вот как раз такие вот тернистые джунгли буду черкать, где по отдельности. Так. Нет, нет. Они магму черкнули. Магма это что? Это лавовые копия? Не на русском? Слушай, наверное, да. У меня тоже русский, как бы все русское. Сейчас посмотрим. Так, Крит и Изи от ТТВЗ. Так, ребята, а какой канал на батле кто-нибудь шарит вообще? Ты есть на канале каком-то турнира этого, Миша? СНГ канал. А, просто СНГ. Английскими. Я СНГ. Понял. Минус Новин, он продолжает черкать на английском. Я с Нови. Заснеженное плато, наверное. А я что-то даже в группе и карты не могу посмотреть. Ладерная получается. Ну, как? 2 на 2 у тебя нету? Отбор не, ну, в смысле отбора. Там у меня не активная, это просто тема. А, да, это ж только у того, кто приглашает. Это... Это мне еще не нравится. Святилище Лизу. Не знаю, как она переводится. Пусть он себя башку мучает. Мы как бы два, знаешь, вот человека, которые говорят на разных языках. Он по-своему пишет, я по-своему. Кто кого как поймет. Ну да, это у меня тоже всегда. Что у нас еще перевод. Не всегда как бы такой, как там. Соответствует. The Best of 1, да? Да, эти стадии был один. Думаю, он продолжает дальше черкать. Так, тут уже потяжелее. Минус дистант. Что такое дистант, я вообще понятия не имею. Жесть, ну так, дистант. Дистант. А, далекое плато. Хорошо. То есть осталось у нас поле смерти и база корпуса Мебиус. Но база корпуса Мебиус мы играли. Это карта, где мы на 4 на 4 играли. Mm-hmm. Это, походу, карта на Монобаттл тоже. А поле смерти
Так, поле смерти сейчас. А, вот вижу поле смерти. Тоже интересная карта. Какая вторая? База Мёбиус и поле смерти. Ты можешь просто из группы на секунду выйти и посмотреть 2 на 2 в ладерных картах. Я вот это нашел. Какую предпочитаешь? Поля смерти нашел. Так. Но поля смерти, она такая... База получается... на 4, а на больше игроков, я так понимаю, база это Мёбиуса, да? Да. Может, то, не знаю, как нам лучше, чтобы побольше экспо было. Вот. Да вот... Когда у нас билдов нету, это так, знаешь, да трудно. По, я думаю, что вообще пофиг, как бы, какая, ну, по сути дела. Смотри, как бы, сам такую знаешь, просто получше тогда. Вот, я буду подстраиваться, стараться, как бы. Что-нибудь сделаем. Ну, давай поле смерти тогда выберу. Давай. Тогда сразу состав. Так, так найдет мне? Нет, так не находит. Теперь нужно переводить поле смерти на английский. Dead Field. Да, нашло. Только как-то она не такая. Так, поехали. Это же вроде карта, нет? Крит. Да, вроде да. Так, все правильно тогда, погнали. Я, наверное, бил бы заиграть, не буду заморачиваться, раз уж не тренировались. Давай, давай. Чтобы было попроще. Попробуем что-нибудь сделать. Рокскисы встретились. Ну да, старый аккаунт. Крида остался с HD, команды с HD Game. Сто лет нету, а все еще живет. Дом живет. Да. Не, ну я пока как бы в Роксе, но она не существует, в принципе, как и по Старкрафту. Ну да. Но как команда что-то... А у вас там Роскис Торнадо есть вроде какие-то? Да, там я спрашиваю. Ну там лол, танки что-то были, еще что-то там. Ну я так прям не интересовался активно, что там. Ну пока какие-то есть составы. Убрился там. Так, а где выход? А, все, вижу выход. Экспанды у нас слева. Ты разведаешь, да? А? Ты разведаешь, да? Да-да-да, давай. Ну, чтоб тебе, как бы, любишь макро, я тогда, так как все равно особо не тренюсь, пожертвую экономикой немножечко. Тут главное знать, будут ли они каких-то риттеров играть под пушем или стандарт. Теперь она разведает сразу. Так, зеркхата, походу. Да, да. Пула нет. Газ, да, газ первый, то есть будет через гелики фактор. Получается, да, там. А, второй газ тоже. Да, да. Так. Наверное, к зергу еще заедь, посмотри, газ ли ставят. Заедем. Там не было какой-то дикой халявы в трихват.
Да, остается. Там второй рипер, скорее всего, будет. Твой билд 1 на 1, 2 рипера, там Гидеон, Циклон. Что я ухожу? Ты аккуратнее, потому что если циклон с гидоном словят, ты не уйдешь. И рипером. Вот смотри, риперочек. Ваши союзники вступили. Давай. Блин, мне видно, куда лететь-то. Вижена уже нету, да? Ну да, вообще, блин, подстава полнейшая. Я здесь, среди теней. Проверю. Союзники вступили в бой. Так, ну двух риперов я убил. Он экспанды, конечно, увидел. Такое. Так, я скан кину, посмотрю, есть ли банша. Нет, там старпорт, там какой-то дроп может быть. Там это 1-1-1. Ой, блин, неприятный сухой блок. Внезапно. О, циклонов дроп. Аккуратнее со сталкером. Я здесь, среди теней. Смотри, на девак летает. Угу. Может под танком. Берись, посмотри, они там сталкеров наваливают, дай боже. О, ловишь? Почти что поймал. Интересно, что зерк будет делать. Не будет ли какой-то муты. Что там, тебя поймали? Ну да, маленько подловил. Смотри, либератор. Да-да-да, нет, с викингами. Теперь либератор с сталкерами хуже воюет. По 3 выстрела, не 2. Халя. Ну да, это, конечно, приятно. Мы можем сделать какой-то пуш, как на это смотришь. У меня 4 танка просто есть. Если зерк сейчас какие-то там муты переходит, можем подавить знатно. Можно попробовать. Если третья, вот надо выяснить, есть там. Ну я вот рипером лечу, но. Так, у меня тут банша. Банша вижу. Пытаюсь сталкерами прийти. А ты, Маш, ну они как-то очень технологично играют, мне кажется, их можно убить. Там много лингов, да пошли, там мута, скорее всего. У тебя есть сталкеры, у меня Марик. Погнали, погнали, да. Раз тимпак будет. Я здесь.
Ай, блин, скана нету. Что там, ваншалите? Блин, да, меня да, там... за нами. Ну идем, мне еще 15 секунд, 15 энергии до скана. Ааа, как противно. 8. 4. Поджимаем. Там танки, смотри, может Immortal зайдет. Давай попробуем один танчик сейчас минус моего. Да-да-да. Гидра, хорошо. Уходи, 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 разменялись и хорошо. Что-то как-то не очень мы, по-моему, разменялись. Ну да, хотелось получше. У меня третья есть, у них только строится. Микс у нас будет получше. А сейчас дропать начну. Ты можешь тоже варпризмой летать. Да, вот, я хочу сейчас попробовать. Ты Ванша убил был? Ванша там зона потомки какая-то отдалась, мне кажется, одна. Ай-яй-яй, мне два дропа словили. Это плохо. Это слово. Лучше бы стоял дома. Ну что ж, Марика танки играет. Они хорошо все маги держат. Месторождение минералов истощено. Ваши союзники вступили в бой. Да, вершитель. Нас тут поют. Куда нам направить? Ваши войска вступили в бой. Так, ну пока у нас на одну базу больше. Если у него здесь где-то базы нет. Разработка завершена. Ваши союзники вступили в бой. Я бы предложил где-то сюда пройтись, чисто вот пешком. И вот сюда поджать им мейн с танками. Там просто золото. Думаешь, надо сейчас идти куда-то нам? Ну, там зерк просто, видишь, очень дефается. Он с бейлингами. Он не может ни крипа выйти. Если он выйдет, там смотри, хорошо разменять. Да-да-да. Вот как раз его будем не ловить. Сейчас попробует наломить. Ну хотя бы тут позиция, знаешь. Не-не-не, тут опасно очень мы стоим, конечно. Ну ладно. Давай отойдем. Да, лучше отойти, я думаю, смотри, там готовятся драться. У меня колодики, в принципе, строятся сейчас. Ну, хорошо. Сейчас попробуем. Ваши войска вступили в бой. Единственное, вот к Силнам бы, да, лучше, конечно, как-то нам. Ваши союзники вступили в бой. А как мы ее займем? Ваши союзники вступили в бой. Ваши союзники вступили в бой. Месторождение минералов извещено. Ваши союзники. Так, ну что, ты готов? Сейчас пару гитов добавлю и буду готов уже, в принципе. Так, ну вот видишь, они сюда идут. Можно выйти навстречу, конечно.
Он мой медивак ловит с арми, можно его там поджать, давай. Давай, давай, попробуем. Там пьяны нет, как раз можно сразу идти. Не, видят, видят, все. Ну, идем. Аккуратно. Там за ним еще много танков. А я все-таки хочу по левой стороне идти. Давай по левой. Давай по левой. Что там? Пес там наглеет. Там линк один. Я говорю, да, пёсик. Ты сейчас на одного линга все равно не стянул. Это опасно. Ну, сейчас-то они должны прийти, они. Ваши союзники вступили в бой. Так, там да. Можно как-нибудь пройти. Может, наломимся на них? Давай попробуем. Там они бейна, в принципе, делают. Ну, мы их тут разваливаем. У меня танков очень много, у тебя колоссы. Вот танки сзади очень хорошо стреляют. И у них... А, оверлорды. Дропчик мне там надо. А, давай золото. Да-да, я вижу. Но я не знаю, успели ли Нексус убить. А я иду. Да, тут золото было третье. Уже почти добыл. А вот, вот сейчас можем на мейн, ты колоссами, я там там. Давай подожмем. Ваши союзники вступили в бой. Давай, давай. Блин, у меня тут все уже кончилось. Везде. Ваши союзники вступили. Оп, куда-то у меня все там забрело, блин. Все нормально. Так, колоссы здесь не могут мои зайти, нифига бруды там еще складывают. Вижу, но мои базы уже поубивали, сейчас просто пойдем по левому. Ну да, сейчас надо там обойти. Все, марика у меня много. Сталкера делаешь, да? Я? Ну я сейчас ссылку в варп, по-моему, да, сейчас на сталкеров под варпать буду. А то брудов-то нечем убивать пока особо. Смотри, смотри, аккуратно, может не надо нам так? Да, да ладно, там... А, нет, не надо. Не знаю, викингов делать, но... Не, ну сталкерами тяжело сейчас, как ритмация будет, конечно, этих... Но нам нужно сейчас давить. Лучше сейчас. Я здесь. Сидите. Да-да-да, давай. Так, смотри, 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 аккуратненько. Хорошо, сейчас танки там все поубивают всю землю. Все, теперь можно. Давай, я танки складываю. Я здесь. Сидите. Давай, бруду. Так, вроде продавливаем. Да-да. Там опасно было бейлингов. Количество, но он на всех танках отдался. Что-то мы немножко не готовы были к брудам в определенный момент, если бы не продавили. Ну да, тут сканчик. Было-то сложно. Кинуть сюда. Тут повезло. А, опсис, не надо сканчик, я что-то топлю, блин. Сейчас
Да, подходи. Под танки. Что-то я как-то поотдавался тут. Ну, тут нормально, они просто из последнего уже отбиваем. Ну, позже там. А вот здесь-то базу мы, кстати, не проверили в прошлый раз, тогда нифига. Я сейчас это иду. А все равно на две базы больше, и в итоге должны выиграть, вот они. Эти базы. Зачистим. Так, они на твоей идут. Опасно. Будем защищать ее? Да, конечно, а как? Я правда еще. А, это нормально здесь и так как-то даже. Хотя они. Да, это вы, архоны. Сейчас я подхожу. Я подошло, нам надо простимиться бы. Ну они уже из последнего. Надо просто добивать. У меня 200, у меня все хорошо. Отлично. Бега. Ну что же, неплохо. Да, хорош. Как-то деремся в некоторых моментах плохо. Но... Челя, я как-то, ну, вроде строюсь, не чувствую, знаешь, что-то поломился. Вроде там 170-200 бах напал, вообще лимита нет потом. Ну, то есть как, ну... Да-да. Механически вроде что-то строю, но... Если было по 1-1, то разваливался план бы вообще. По ресурсах зерк нас очень сильно обогнал. 53 тысячи собрал. Ну а не видел, там золото это уже кончилось, когда мы пришли, а у меня только да. Ставилось, как бы, то есть они там. Так вообще... вот и самое интересное, что как раз Крит меньше всего собрал, он 29 собрал против наших 40-41, то есть он как раз не халявил вроде как, а зерк, но я вот не видел базу зерга, их вроде не было даже. Он ну, походу ну, эти две нижние. Карманная, да, получается. Да. Он две занял, а Крит получается золото забирал. Грамотно, так интересно, да. Не сработали. Они дрались, походу, еще хуже, чем мы там с беллингами вперед на танки. Интересная затея, зачем им беллинги так против танков и колоссов и сталкеров. Ну да, ну типа против био получается. Просто если ну. Их слишком до хрена, то и протуса снимают дилков, да? Ну та задача тирана была, ну, убивать просто сзади да, своими, да. Своими 200, а. Как бы. Ран этого не делал. Так, а кто у нас тут? Ага, понятно. Что супер, дальше? Супер Зерк, Строн Дир играют против Джутикатор Алдарис и 7Х Кирилл, короче говоря. Ну, за там непонятно, как пока у них ситуация. Вот, ну, Джутикатор Алдариса я видел частенько на гоф ОСК, а остальных вообще как бы не особо видел-то где-то. Пишут за Мишу Класса и Серегу Томата. Ага, Френд Люцифер в нашей сетке и эти буржуи, короче говоря. Авокадо? Да-да-да. Ну это если только до полуфинала мы дойдем. Ну я знаю, как эти авокадо с гоблином играют, если что там авокадо играет циклона Гелеонов, вот как раз всегда пуш. А причем однобазовый, знаешь, очень жесткое давление. А Тос с одной базы там три гейта давит. И с таргейтом, то есть они такие вот пушеры. Очень жесткие пушеры, с ним выхалявить не нужно. Ну, в 2 на 2 скажу я тебе, что если там супер отработано все, ну, даже если знаешь, тяжело отбивать да, такие да, темы. Но если не знаешь, еще тяжелее. Ну, если не знаешь, то это вообще там, конечно, автогг практически. Так, что, ждем тогда? А, он вижу Джудикатор Алдарис в игре сейчас. Так, а где турнир пропал? Он уже нету его в открытых турнирах. Да, нужно лучше вкладку не закрывать.
Да, вот бы года три назад так. 2-2 все стримят там вообще. Да, да. 4 стрима только с этого турнира. Ну, посмотрим. В принципе, хорошо, что Крида выиграет, потому что, ну, дальше, как мне кажется, сильнее их-то там особо никого нет. Главное не тупить, как бы, по сетке. Наши сетки, да. Есть такой момент. Ну, мы вообще можем до финала тут дойти по такой сетке. Ну да. Было бы неплохо. Хотя, не знаю, вот эти занайцы и маленькие феи, это кто? Супер Зерг, Стронг Дир и какой-то Алдарис и 7Х Кирилл. Ну, говорю же, Алдариса на двух ВСК иногда видно. Но да? Они послабее все там, чем, вот, я думаю, чем Крид. Ну да. Ну не знаю, иногда ты вот играешь 2 на 2, вот я с Пашей играл, с Димагой. Вроде незнакомые никнеймы, а выигрывают, тащат просто чисто на стратегии. Знаешь, вот играют плохо, ты приходишь рипером, убиваешь там 3-4 дрона в начале, ну думаешь, блин, ну все, зерк никакой. А как-то исполняет билд, исполняет, ты ничего ему сделать не можешь. Просто есть сыгранность, тактика, знает, что делать. Ну это важно, да. Так, а как братка с Зимагой команда называется? Патч банка. А, вижу, все. Они внизу. Да-да-да, вижу. Ну, кстати, нужно их посмотреть. Они вроде играют сейчас, все равно да. Ждем. Интересно. Ну, я как-то ты дал, ну, заходи там в игру, потому что мне никак с группы. Эй, я чисто посмотрю стрим, играют ли они. Ну, ладно, не буду. Сейчас буду только начинать. Мы можем запрыгнуть пару минут посмотреть, а потом выйти. Давай попробуем. Вот. Ожидается 2 минуты, запрыгивай. Так, надо Алдарису отписать просто или кому-нибудь. Кто... А, ну ладно, все таки увидим, как обновится, что, ну, кому писать тогда. Тролли знатные. А, ну если, кстати, если до финала дойти, это финал венеров, это только третье место еще получается даже. Не, ну если в призы попадем, так уже не просто, ну, for fun начинали, когда уже бонус будет, да? Неплохо. Ну да. Говорят, забей, тут только Димага, браток и Темплар с Теранвиком. Ну, не знаю. Теранвик где-то там еще, да? Угу. Мне Бернинг вчера предлагал 2 на 2 этот турнир поиграть. Я говорю, нет, спасибо, я пас. Я после вот этой, знаешь, когда он за Теранвика там в этом инциденте был, играл, как-то не хочу вот с такими ребятами... корпоративы делать. Я так и не понял. Ну, они, видимо, да, какие-то, ну, знакомые, друзья, типа, как бы. Да-да, история, так, конечно, говоришь, странная. Да? Это была. А, у них еще в команде Гуру, что самое интересное. Это новый платец. Команда скандальности, короче говоря. Как с Гуру можно быть в команде? С ним же невозможно разговаривать, он же неадекватный. Я думаю, они с ним не особо разговаривают, потому что по-польски не особо понимают, как и он по-русски, как бы. Вот. Скарлетт и Таранис. А, кстати, да, знаю. Скарлетт знаешь? Нет, Тараниса вот этого товарища. Ага, ну, это правильно, Скарлетт-то неизвестный игрок. Да, это таких не знаем.
От Аранис, а, от Zerga TV, поэтому ты знаешь? Ну да. Два барака. Интересно, два тирана как будут играть. О, у тирана уже 4 рабочих на газе. Не, ну Таранис, он золото просто, поэтому. Поэтому тут, я думаю, как они будут играть. Папаша, вот вижу, что он отрезал. Си Сильвестров активировал премиум на ваш канал. Барака Рипера, а Димага там пушит Элинга Реведжерин. Ну это очень сильная тема. Ну да. Очень сильная. То есть нереально мобильная связка, которую, ну, чтобы убить, тоже нужно мобильно играть. А вот я как раз думал против этого играть, знаешь, две факторки мне, Гелионы Реведжера, то есть Гелионы Циклоны. Я как раз могу и Риперов ловить, и с Циклонами там хорошо с Рачами, Реведжерами драться, и Лингами. Но потому что если я буду био... с Риперами как вариант, просто вот, ну, что мне делать, как вот, Блинка на базовый, или Даркок, или в Роба наоборот, чтобы там стабильнее было в Имморталов каких-нибудь уходить. А тут на самом деле дарки неплохо заходят, потому что в тирана только одни сканы, при таком билде у него очень долго инженерок не будет. Ну да, согласен. Так тут даже я так думаю, что можно даже и блинк дарков на всякий пожарный делать, тем более он там стоит 100-100, по-моему. Ну, если с одной базы, я думаю, что это сложно. Или норма. Слушай, я не знаю, я не пробовал ни разу, ну как бы так. Но если тирана на сканы разводить, так вообще идеально, мне кажется, будет. А так, да. Просто не знаю, по-моему, там даже с блинком, если он нормально сканет, ты не уйдешь от риперов, от маслингов. Ну тяжело, да, тяжело блинк, он недалеко как бы заходит, но... Если видишь момент скана, там же есть задержечка такая небольшая получается. Да, вот бы сделали, как у батлкрузеров блинк, телепорт такой. Да. Мгновенный. Мгновенный, и чтоб неуязвимость была. Да. Так, прилетают риперы. Лингов Димага передропывает. Ну да, понятно. Ну тут очевидно, пацаны, да, как бы. А как-то Димага с братком так натренировались, что походу они уже вот очень жестко вот эти темы исполняют. Уже чувствуют такую слабость сразу наказывают. Ну, да. Ну а они сколько уже там 2 на 2, вот там, ну, да, чуть ли не каждый день играли там. Так, Глоберыч, без задержки палить не будут. Я думаю, тут если даже 3 раза палить с ним. Короче, ты понял. GG. Повезло Димаге с братком. Только из-за везения выиграли. Да. Явно оппоненты сильнее играли. Так, что у нас нету еще? Я не знаю, на сетку глянуть. Ну тут видно АПМ 64, конечно. 93 как бы. Угу. Так, я сейчас прошу. На секундочку отойду. На, позвоните, да, да. Мне. Скарлетт, это та самая или это фейк? Да думаю, что фейк. Очень сомневаюсь, что это та самая Скарлетт. Играет тираном в золотой лиге на ГГ капе. Так, все, я вернулся. Угу. Нету еще оппонентов. Они где-то на канале тут были. Что-то не видно. Там, где Мага с Пашей сейчас будут играть против Энигмы, Фалленджера. Можно заскочить. Поинтереснее, да? Предлагаю, все равно ждем. Наверное, пока черкают. Классный кап, но вот эти задержки между играми, конечно.
большие. Столько времени жрает. Да, ну так это в принципе на всех турнирах она бывает. Опа, а эти буржуи уже в полуфинале, я смотрю. Угу, уже нас ждут. Блин, авокадо. У нас best of 3 будет, да? Да, там будет 3 уже, да. Ну, если мы выиграем, конечно, фей, ну, да, или найт. Еще надо этот раунд в России, то точно. Но если мы выиграем уже полуфинал, это мы уже в призах, топ-3. Угу. Потому что попадем в финал и потом в финале лузеров. Или топ-4. Нет, топ-3. Нет, топ-3. Нет, финал венеров, это топ-3 уже гарантированное. Как... Было бы неплохо там с Димагой и братком сыграть в финале. Так, СНГ, браток что-то ожидает. Прыгаем туда. Так, здесь гуру, кстати, на канале есть, что добрать. Ну, с гуру там играют, получается, они. Которые Тиранвик, видимо, да. Интересно. От какой у них микс? Так, это какой-то левый хвост. Так, они еще первый раунд не сыграли, вот эти гуру. Ну, странно, да, что? Может, не обновили? Так, кто-то пишет, кто-то где-то не пришел. Так, браток, зима, я что-то там ожидают. Угу, давай, прыгаем. Угу. Так, админов еще тогда у нас есть админ здесь, интересно, на канале. Тарани снова у них что, best of 3? Или они просто зрители взяли? Я хз. Может, переигрывать будут? Не, давайте по новой. Видимо, еще, да, они. Они реально best of 3 играют, может, договорились? Ну да. А, может, вообще не смотрели, что по сетке был один? Не знаю, не знаю, в чем прикол. А, они договорились, бот 3, вот тут пишут на Твиче. Ну, посмотрим. Не знаю, есть ли смысл вот... Ну так, тогда что там договариваться? Игры у них по 5 минут. Ну, пацанам хочется, чтобы скиллуху получить. Да-да. Неоценимый опыт. Когда еще сыграешь так? Два тирана. Два тирана — это плохая связка. Я помню, как-то с братком наигрывал, у нас были ситуации, где, ну... Ничего не сделаешь там протосу и зергу, там протосу и терану. Угу. Нету никакой мобильности, силы. Один теран хорошо, он как будто такой. Свою роль он вносит, но два как-то уже нелепо. Ну да. Два тирана как-то, ну, в начале халявно можно развиваться. Да и пробивать можно пробовать тоже, как бы. Хотя на такой карте не пробьешь.
Вот сейчас как-то по-особенному нужно играть. Да, можно какие-то придумывать 1-1-1 билды с подпушами, там один танк и другой либератор, там все эти поджимы, знаешь. Да. 6 бараков рипера предлагают, 2 по 3. Ну это просто, ну, опасно, конечно, если разведывают, то оборона стационарная и все, тяжело будет. Да. Просто сидишь, дафишься и нормально. Просто всех пугает, знаешь, 6 бараков, а по 6 риперов там выходит. Так у оппонентов тоже юниты выходят. Они тоже что-то строят, что-то делают. Это да. Причем 2 на 2 может. Да. Провал быть очень жестким, когда наверх куда-нибудь залезаешь, а там все развалилось, там все сразу. Да, сразу ГГ. 2 на 2 на самом деле очень интересный, динамичный. Вот жаль, что этот жанр не стал такой популярный. Ну да, я много раз говорил, когда на стримах. В первом StarCraft чаще 2 на 2 использовали. Там даже в некоторых пролигах, как бы, сезонах, ну, то есть в году там в одном из трех 2 на 2 был. Ну, то есть корейцы там самые жесткие играли. Вот. Интересно было смотреть, да? Ну да, ну там про, ну там как бы 2 на 2 было сверхагрессивное такое, что там начальная линия, там зелки, линги, там, короче говоря, да, мне браток маленькие. Рассказывал, помню, вот. На каком-то турнире, что там чисто вот какие-то пуш-стратегии, там, отточенные, вот, однобазовые билды, ну, просто да, на исполнение. Даже были иногда фуфан, там самые жесткие выложены реплеи, как корейцы 3 на 3 играли, вот там тоже самое, просто с одной стороны, вот они... В центре как бы два зелка подходят, у всех абсолютно ровно, знаешь, как по линеечке, и друг напротив друга бегают, они вот, и реально в центре такая позиционная война на хантерсов на этих идет, вот, даже смешно, как, но потом кто-то уже там нападает и начинается там. Игра меняется. Да, зерги как мясо, как бы, то есть они вообще, ну, на лейте там 2 на 2 ничего не могли особо сделать. Так, оп, бедные риперы. Ну вот примерно так бывает. Ну понятно, здесь разный уровень, но можно прогореть тоже так вот, прилететь, тебя поймали вдвоем, и все. О, беллинг баст. Так, 9 беллингов у тебя, ну да, заходят быстро сейчас и пробревают, получается. Там уже в одного база, в другого база они еще и давят, насколько большая разница в скилле, то есть. У них по одной базе, у оппонентов две, и те, у кого две, они еще и давят. Ну да. Тут очевидно, да, что там понятно, что та Тарани Сунцова, я не знаю, как второй Скарлет. Ну, то есть... Но все равно, как бы, молодцы, что приняли участие в турнире. Ну да, нет, это всегда, то есть... В StarCraft боятся, то есть, та и вообще нигде играть не будешь. Надо играть, да, и да, выступать. Посмотришь потом, даже у тебя репка, хоп, тираны, посмотрели, как браток развивается, ну, что-нибудь перенял, например, там. Так. Что у нас? Так, говорят, соперники наши определились. Маленькие феи. Маленькие феи? Вот это да. Как раз Алдарис и Кирилл. Пишет мне, здорово, играем. Да, привет. Гоф. Бастов один. Ну, кстати, Алдарис, Кирилл, не знаю, может быть интересно. Говорит, начинайте черкать. Ну, давай. Вот тогда. Мне, боюсь, интересно, не фотонят ли они. Кто-нибудь из них Алдарис, ты Протс, наверное, судя по никнейму. Ну, хз, почему надо просто нормально сыграть. Ну да. А кто не по расах? Что кто? По расах. А вот я сам не знаю, спросил. Вот это Джедикатор Кирилл, это Протос, а Алдарис кто? Тоже, наверное, Протос. А Протоса? Сейчас. Только вот то.
чудовище, а не врага. База Мебиуса. То есть остается лавовые копии, поля смерти. Тенистые джунгли. Я тенистые джунгли черкаю. Это единственное, где мы раздельно. Остальные уже можно отбиваться вместе. Угу. Не такие, да, наверное, как и... А, так карт 7. Получается, да, уже 2, 3, 4, 5, еще две карты остались, лавовые или поля смерти. Вот поля смерти мы играли в прошлой игре, а лавовые это то, где мы вот разыгрывались первую игру против бронзовых. Но, надеюсь, они поля смерти возьмут, снова будем на той же карте играть. Зеркпротос. Зеркпротос? Ну тогда фотонить не должны, но могут пушить сильно с лингами. Протос. Минус поля смерти. Играем лавовые копи. Пишет, мы состадим. Окей. Может, мы с ним попробуем договориться на Best of 3? Слушай, да, я думаю, нужно, думаешь? Я думаю, пофиг, так сыграем. Проиграем, так проиграем. Чего делать? Тем более оппоненты уже ждут, да? Следующее. Так. Так, 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 команда. Так, инвайт пошел. Оп, что-то резко. Ну, поехали. Да, они, походу, создали, и оно сразу началось. А, ну, типа, да, этот, не создать, а как-то там по-другому, как кнопку жмешь, сразу да, стартует. Да. Как только наберется участник. Я тоже раньше не понимал, что, как, почему. Ну да. Может мне через Марика Рипера сыграть одного в два барака, так вот ТВЗшки играют через 16 мариков дроп. А, понял. Ну как, да, кстати, мне кажется, неплохо будет. Протос Зерк тем более. Но, если они будут давить там с байлингами и так дальше. Так, то погоди, там... все, я поехал, я считаю. Важна будет твоя помощь. Барак так, мой пока там не мешает, ничего не мешает. Да-да. Пока у меня стимпака не будет, как бы вся защита на тебе стоит. Блин, я что-то затупил, что как бы не поехал сразу вперед. О, вы встретились. Что вы там делаете? Опа, что не затормозили друг друга, прикол. Секунд так 7 стояли. Так, я тогда золото забираю сюда. Да, я сам хотел ставить, но... Не, смотри, козырь золото играет. Ты ставить будешь, да, золото? Ну хочешь ты ставь, как бы мне не принципиально. Так, ну, давай тогда ты ставь. Тут же у меня просто, ну уже... Блин, и пока я думал, этот пес приехал и мешает мне, короче. Так,
Тогда лучше бы я ставил, знаешь, рядом, перелетел потом. Ну, ставь-то рядом, перелетишь. Нет, это уже поздно, то, что я уже ставил внизу. А, ну да. Ну ладно, зелок сейчас построится, чё. Значит, будет через... Гадик, а что-то у пропса-то? Один пилон, у него какой-то прокси, походу. Может, старгейт? Ну, то я думаю, что-то это здесь разведу. Нету. Наверное, дома что-то. Смотрю. Вижу второй пилон, вижу адепта. Да не, пилоны все дома. Прохожу. Ваши союзники. Так, отдал благополучно рабам своего. Зачем-то. И все по стандарту, но у процесса пока нету вот, технологий. Вот в экспан выходит протос. Ваши союзники вступили в бой. Так, мне фениксов построить или грелочек лучше выйти, может быть, вообще каких-нибудь. Ну, смотри сам. Тут уже третья база. Можешь грелку построить потом, если что, подожмем. Я сходила. Да, давай грелочку закажу сразу тогда. Я сейчас попробую прыгнуть к ним на мейн, посмотреть, что Протос играет. Зерк, понятно, в три базы играет. Стандарт. Старгейт и Феникс у них, смотри. Он Фениксов делает. Куба, уже они там есть, нифига себе. Да, уже есть Феникс и второй Старгейт делает. Там масс воздух идет. Давай, Протос. Тогда надо Фениксов делать. Разработка завершена. Я через 20 секунд уже буду лететь с медиваками. Телепортация завершена. Нормально. Ну, все равно, да. Порки поставили. Вон, хорошо. На фениксов рассчитывал. Так, у тебя что, Феникс? Да, у меня что-то вообще пока ничего особо нету здесь. Ваши союзники вступили в бой. Он бил мне немного. Так, ну я лечу, постараюсь крайнюю базу зергу поджать. Давай, я сейчас тоже выйду, в принципе. А ты просто копись. Завершена. Может, просто если они будут фениксами вот не отбивать, ты можешь к ним полететь фениксами. Смотри, вот феникс. Давай. Давай я просто к тебе вылечу фениксами своими пока что. Телепортация завершена. Так, утращи. Давай. Не, я отступаю, ты смотри на феникса. Давай мариками прикрывай феникс. Да. Я прийдем слаб на поле боя. Ну я снова выхожу, получается, в танки. Телепортация завершена. Раз уж там врачи такие. Физилот что тут делает? Я его послал туда, так пусть отдыхает, на ксилнаге где-нибудь. Так, ну я сейчас лечу к протосу на мейн, ты прикрой меня. Постараюсь так развести. Давай. И вот другой части я буду вот там. Вот тут фениксы у меня внизу, так что наверху должны хорошо пробивать. Давай, залетай. Аккуратней там. Вижу, фены прилетели вражеские. Врачей поднимешь? Все, там смысла нет. Да. Уходи тогда лучше.
Я тут постараюсь поубивать. Я здесь, среди теней. Ваши союзники вступили в бой. О, у них что-то там идут. Они идут в атаку. Давай вот здесь собираемся. Блин, чё, мне пока собираться-то особо нечем. Что поделать? О, беда. Ну, чё-то вот я не то, не всё сделал, походу, вот это и зарешало. Что, вообще пробивают мясо у нас получается, что ли? Да. Я здесь, среди теней. Но Феникса мы победили. Не, ну у нас ХГ-то должны отбиться, по идее. Сомневаюсь. Слишком много райведжеров. Врачей. Да нет, тут... Проблема, что у них ебас там больше. Перспективы у нас хуже. Там грейды нулевые, но... Да, ну круто, вообще чушь какая-то. Ваши союзники вступили в бой. Ну, у меня 30 лимита. Да, у меня само полтинник. По-моему, у них побольше. Да, ну это вряд ли что-то хрень мы сделали. Да, согласен. Нет, все было бы, наверное, хорошо, если бы я вот не летел дропом сливаться, потому что они пушили, они жестко планировали. Да я просто тоже, как бы, получается, ну, фениксов, он свищ землю, а по земле ничего вообще не успел построить вообще. Наверное, нужно было и на хайграунд отбиваться, не сбиться. Он нас очень приняли хорошо. Ну, ГГ. Ну да. Молодцы, ребята. Четко сыграли. Ну, был один тоже, конечно, печально это все. Угу. Бля, фениксов что-то вообще. Ну, это вот когда, ну, не играешь, когда всегда такая тема. То есть планировал одно, потом захотел фениксов, получилась шляпа, короче. Если нужно что-то, ну, играть одно, либо фениксов изначально, либо по земле, как бы было. Это да. Ну, у меня второй старборд напугал Протоса. То есть там Протос играл через нас Феникса, но Фениксов не было. Получается, там видишь, все Зерго, он фидил Зерго, у них стратегия, что он скидывает все ресурсы Зергу, а Зерг играет Реведжеров. То есть, потому что он Рачей может сделать очень быстро до 200, но ему не хватает всегда ресурсов, чтобы заморфить Реведжеров. А здесь как бы Протос ему наскидывал кучу газа, кучу всего. И он просто на одном Зерге тащил. Ну да. Интересно. Хорошо, грамотно. Да, теперь, короче, полузерам нам. Да, по зерам, лузерам трудно. А жалко. Хорошие были шансы зайти далеко, даже в призы. Но... Так, а что там? Куда мы упали-то или пока никуда? Как там, кто проставляет результаты, да? Я нажимаю, мы проиграли, но не происходит ничего.
А, вот все произошло чудо. Да, мы ждем Invalid Gaming. Потом. О. Что-то мы, походу, долго тут будем ждать. Да, да. Что, погнали 2 на 2 поиграем? Можно, в принципе, сыграть. Милка предлагает постримить Милку. И Милки Ко против Бёрнинга Гуру. Ну давай. Так. Так, что-то очень долго все идет. Бо один, а так долго все идет, прям, что вообще жесть. Ну, скорее, вот проблема в коммуникации. Чтоб каждый с каждым списался. Кто-то ждет, кто-то АФК. Как-то бы наладили. Вот сети, знаешь, вот придумали матч-чат на Good Game и так дальше. Никто этим всем не пользуется никогда. Ну это и странно, ну и так и здесь, то есть и как бы и аккаунты написаны там все, и канал на батле есть, и здесь канал, да, что-то как-то все. Ну просто, ну, нужен, да, человек, который сидит и всем подгоняет всех, короче, да, говоря. Да, пинки дает. Ну вот он, да, вроде подгоняет, но как-то что-то. Офигеть, сейчас стримит народу. Человек 20 на Team Liquid. StarCraft умирает, умирает, а стримеров появляется все больше и больше. Ну да, ну команд меньше тоже способствует, ну, да. Как бы, особенно для корейцев получается, да, как бы. Да, он Linux стримит. Уснут, уснут, нормально такой. Да, а он хорошо стримит, он. Еще и на втором месте этот с смешным для русских никнеймом товарищ. Фига у него аудитория такая прям вообще. А я тоже удивляюсь. Он не так часто стримит, но когда стримит, у него много народу. И вроде ничего такого не делает. Он вроде там даже не сильно типа топовый игрок. Вроде ну, да, даже такой. Мастерлига или низы мастерлиги. Я не знаю. Просто если он на Твиче вот стримит, а это показывает таким людям Твич, то он должен на английском разговаривать, да? Да не факт, почему, как бы. Корейцы ж не на английском разговаривают, все равно стримят. Получается. Просто такое количество народу, это же больше всего англоязычных. Корейцы же смотрят там на Африка ТВ и так дальше. Ну да, не, может у него другие плееры какие-нибудь есть тоже там. Особенно у всяких китайцев там или. Может и быть. Там вообще аудитория там есть еще другая. О, у нас упал кто-то. Только что к нашим оппонентам упал Казнь и Invalid Gaming. Теперь будут играть. Это минимум еще минут 20 точно ждать. Так, черкают там что-то мелко сейчас. А вот, давай, надо тогда прыгай по мне, то я, наверное, не знаю. Сюда. Вот так вот.
потихоньку я уже с игрока превращаюсь в стримера. Ну, одно другому не мешает, но если к серьезным-то турнирам готовиться один на один, понятно, что да. Лучше или вообще без комментов, или лучше вообще без стримов. Да я так, шутя. В этом-то плане, да, и что, и, ну, и минус, что когда команд нет, тогда Опа, а что, все ушли? Не то, что-то создал, короче. Когда команд нет, ну, тяжелее, как бы, трениться получается, что... Когда тебе там команда платит ЗП, то ты тренишься там, что нужно, как бы, делаешь. Поддержал ваш канал на сумму 50 рублей опять на Так, так, Вейкас, ты, Миша, где там есть-то? Запрыгиваю через тебя. Давай. Гуру Бёрнинг. Ну, тоже опасные ребята получились. Да, зря мы, конечно, из венеров выпали. Там в лазерах будет жестко. Так, мы поехали. Что-то, блин, надо же интерфейс, кстати. Так, 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 режим повторения, хард 2 на 2. На 2 на 2 будет поменять геймхард. Так, ну что, вернем гуру снизу, гуру Урсадончик тут ходит по мейну, белый такой. Ну а Милка с Милки Кау сверху. Что-то мигает кто-то. Вернинг мигает, судя по всему. Вчера два барака у Милки, то есть это адепт, судя по всему, будет, получается. А у... здесь у нас... здесь у нас у Гуру Газ только начинает добываться. Блин, вот интерфейс на К1 на 1, он багнутый для 2 на 2, то есть не видно ресурсов, только Милки. А есть просто специальный геймхард 1 на 2 на 2. Забыл переключить. Так, у Бёрнинга ЦЦшечка вдали прям. Факту выходит, второй газ. Ну не так, макро играют стандартно. Ну да, и те получается, как бы играют макро. Ну тут Милки, два барака, два гейта, то есть, ну адепты идут. Ну что-то второму гейту ничего не делается. Ну да, ресурсов то ли не было, то ли... Нет, а есть уже. На хоткее. А вот, пошел заказ второго.
Или может там какой-то тайминг, что если один гейт бустится, знаешь? Пробка рипера, смотри, танкует, типа, сейчас разберет. Сейчас Байронок потеряет. Ой-ой-ой, не успел стрельнуть, просто адептик сейчас. Да нет, он не войдет уже. А, да, тут некуда уходить, куда залетел, непонятно, Бёрнинг. Хорош, хорош. О, гуру, да, своими гуру. Лингами. 4 линга бежит, и никто, главное, на них не отреагировал. Даже 6 лингов получается. Нюк, причем ушел вдаль. Так, а линги нон-стоп идут. Вообще да, это масс-линги с передропчиком на мейн, коготь и... И как-то тирану тут вообще нечем их отбивать. Ну, Тирен играет вот этот 2-1-1 билд. У него есть марики, но без поддержки плотсом ничего не сделает. Походу вот Nexus точно перезут. Это как минимум. О-о-о! Ну да, падает. Бункер падает. Тут похоже, почти... все. На мейне проблема у Тирана, на Нексусе у Протсона второй проблема. Как минимум они потеряют очень много экономики, базы. Да и армии немало. Не знаю, как камбэчиться здесь. Протос остается на одной базе. Гуру уже натуралы раскачан, они сейчас могут в экономику идти после этого. Бёрнинг очень странно, так через 1-1-1 играет, но как бы... Походу они решили вот так развлекать своих оппонентов. Так, извиняюсь, отвлекся тут. А, адептики отбиваются. Ну как-то что-то да. Все очень все. Плохо для Милки и. Да, гуру и Бёрнинг вообще как бы идеально развивается. У них все тут даже не тронутая экономика, прям золото пробивает Бёрнинг двумя мариками. Так, выделяешь Протоса, показывает медоед Милка. Выделяешь Терн, тоже показывает медоед Милка, но уже другие цифры. А, да, другие цифры. Да, кстати, я не обратил внимания. И причем с депошечки показываются, да, как бы типа. Да. И эти. Ну тут да. Тут Милка взорвала Оракла. Тут настолько все плохо. Причем то репки не было, если бы блефел, мог бы чуть-чуть нажать. А тут получается, не знаю. Да, в общем, все печально у меня. Смотри, какая ситуация. Дрон едет ставить хату, а там ЦЦшка ставится. Они явно не в скайпе. Ну, походу, да, а чё они как... Не, ну, на самом деле, даже если ты не понимаешь ни хрена, то в скайпе лучше быть, что там что-нибудь по-английски ляпнуть, то ну, можно да, как да. бы немножко. Или хотя бы обозвать своего оппонента, это ж гуру, он как бы... Он когда играет один на один, если ты там теряешь рипера или делаешь какую-то ошибку, он сразу нажимает паузу и отжимает, знаешь, такой момент фиксации твоей ошибки. Ну бам. Да. Бэм на полную. Ой, какая хорошая, кстати, ловушка. Да, вообще хорошо, линга. Ты сейчас минку туда закопать, знаешь? Если он назад закапывает, по-моему, линги сейчас вперед будут идти. Задавила линга, видел? Камнями. Натурали. Круто. Причем в статис, я думал, знаешь, что в статисе там мини бессмертные, но камни все-таки могут придавить. И классная фишка вот в таких местах ставить ловушки и потом камни просто добивать. Даже в 1 на 1 есть такие карты. Ну да. Интересная тема. Так. 20 мариков ловил, камни придавили. Да. Ну да, кстати, прикольно, да. Я вот про ловушку, что завалить может. Погоди, а стазис накроют тоже, да, там получается? Как да, бы. Да, так вот только что было 20 лингов в стазисе, камни упали и задавили всех лингов. А они прям, я чуть не обратил внимания, прям в стазисе давятся, да? Да, 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 прям, потому что еще там два линга остались вне рейнджа, и они еще остались в стазисе. Прикольно, прикольно. Кстати, да, интересно, как можно сделать. Ну, тут уже добивание. Ждем ГГ, да, тут
Хотя он вот адепт еще отбивает, он мута уже. Что такое? Как... Мега пишет Милка. Опиши БСЭКу, у вас поражение стоит против феечек. Ну, потому что мы проиграли им. Как-то да, так-то да. Да, так нужно. А, пока еще ждем. Вот. Пока еще ждем мы нижнюю сеточку, ребята. Мы просто решили, что с Винару будет очень просто идти, мы хотим побольше матчей сыграть, и мы сразу падаем в лазера. Чтоб там пройтись. Да, всех пробрить. Не, ну да, треть, в принципе, разница-то малость, как бы, побеждать, понятно. Ну, как мало. Просто это по Венерам на халяву, ну, в топ-3 можно пройти, да, как да. бы, и все получается. А тут два лишних матча, причем играть, наверное, сильными игроками, потому что есть немало хороших пар, которые попадут друг на друга и вылетят на нас. Это да. Так, где Милка-то, что-то я не вижу. Они еще пока не создали. Хотя, на самом деле, можно написать Псику, что сетки неправильно, мы победили. И дальше пойти по лазерам. По Венерам, ну да. Ну, по Венерам, да. А, все, здесь по один, они все проиграли, получается, что ли, или что? Угу. А, да, 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 да. А, браток, кстати, будет с ними сейчас играть. Можно глянуть Бёрнинга. Ну, можно. Хоть. Кстати, это интересный будет матч. Да, просто следить за нашей нижней сеткой, как бы, и... Так, кто там у нас инвалид? Да, я буду время от времени. Так, Нокс и Патрон 3008 инвалид. Так, и... А, ну эти вообще не знаю, кто такие даже. Пацаны, ну. Будем ждать, будем ждать. Так, здесь может быть ваши прямо не мутян. Френд и Люцифер у нас. Нифига тут у нас там дальше пары будут. Неплохо. Ну, кстати, такие вот турики неплохо бы, ну, просто не знал никто, что призовой будет такой более-менее достойный, да? И на Team Liquid пилить их, как бы, тогда вообще буржуев будет больше по-любому, они же там тоже 2 на 2 кто-то играет. Ну, да. Так, не проморгать братка, надо самое главное, но вроде пока не начинают они.
Так, сейчас я Паша отпишу. Так, Паша говорит, что скоро стартует. А вот, все, прыгаем. Тогда в игру вроде пост создан. Так, сейчас тебя и прыгай по мне. Я инвачу. На всякий случай. Угу. Я тут на форуме засиделся прям. Засмотрелся. Много интересных новостей, событий. А я-то все не слежу. Угу. Тут выдалось момент. Прям завис. Оказывается, СНГ комьюнити в Старкрафте живет своей жизнью. В этом плане, да, оно всегда живет. Особенно интриги расследования там постоянно всякие какие-то происходят. Вот. Говорят, выиграть Крида Изи, который... Опа, смотри-ка, у нас уже есть оппоненты, блин. Да. Ну, а что там после? То есть, может, не спешить играть? А, там после тоже уже играют. Так что получше бы сыграть. Чтобы не задерживать. Так, поехали. Денис и Микроб какие-то. Есть они тут на канале? Микроб, Денис. Не вижу. Че, не знаю. Надо искать, кто там. Джек. Да, в чате. Напишу, сейчас кто-то отпишет. Да, должны по-любому. Ждем пацанов, что-то никто пока ничего не пишет, правда. Мы также могли и в игре ждать, на самом деле. Ну да, в принципе, что-то мы вышли, а нифига не прыгнул, нужно узнать, короче. Да, в чатике, может.
Так, говорят, сейчас найдет в BNZQ. Ну, посмотрим сейчас, кого там кто найдет. Угу. Но раз они обыграли оппонента, должны быть где-то рядом. Я что-то, кстати, вот в турнире Искалова, ну, и особой инфы не нашел, а там на канал куда-то, ну, батлнетовский, на видное место. А, все вижу на канале, я просто не видел. Там все видно, просто странно, что не заходит. Если можно, я так сейчас подумал, можно, ну, 2 на 2, например, по этому нарисованному моду турнир запилить. А, карбон? Да-да-да. Это да. Смотрелось бы здорово. Но играть, конечно, было бы неудобно. Ну да, да там, так я что-то поиграл, когда он только вышел, не особо отличия почувствовал, знаешь, от просто StarCraft. То есть физика-то соблюдена примерно та же самая. Ну да, примерно, да. Ну ты, конечно, картинкой отвлекаешься, то есть, да. Для новеньких игроков это очень трудно будет. Там какой-то уже, знаешь, профессионал, чуть-чуть быстрый, или хотя бы игрок, который играет время от времени, он быстрее будет разбираться, а те будут просто сидеть и на картинке смотреть. Так, Бензеки пришел, ну что-то. Что-то не видно его пока тоже. Никто не пишет. Странно, вот медает НКК. Кто вообще? Что? Чего-то мы не зашли в игру, и теперь, короче, что-то тупим, сидим тут, да, получается, что. Так, да, чё говорить-то, здесь нету никого, походу, на канале, кому отвечать-то, ну, то есть... Никто не может ответить, потому что никого здесь нет. Там уже оппоненты следующие есть, это Люцифер с френдом. Каскадовцы. Микроб. Микроб нет. Что-то не видно здесь. Ни микроба, никого, блин. Неужели они ни стрим не смотрят, ничего нигде вообще их нет? Странно как-то.
Так, ну чё, сколько ждать нам ещё, просто если они не появятся? Так, что-то вообще непонятно. Говорят, может, они не знают, что тогда было Illuminate, но они уже выиграли одну игру в лузерах, понимаешь? Ну да. То есть, как бы они или же... им просто оппоненты дали вин, но оппоненты уже тоже выиграли одну игру в лузерах. Я не думаю, что они просто нажали «мы проиграли». Так. Я видел раньше их на канале, там кто-то писал, команда «Казнь» раньше. Может, они подзабили просто и ушли, я не знаю. Ну, как бы столько стримов сложно. И столько всяких каналов, как бы что... Я думаю, что они не должны, короче, куда-то были деться. Лейбен закупить, что ждем полторы минуты этих вуз. Ну, пару минут можно, да, подождать, как бы тем там оппонента дальше просто есть. Но нижняя часть сетки все равно задерживается, например, в лузерах, поэтому. Угу. Кстати, непонятно, что она задерживается там так долго. А по БУ-1, то есть. Крит Изи там, ну, что, они не играют, что ли, вообще? Ну, я тогда пойду черкать циферами, если дадут техлу, сразу начнем. Давай, давай, давай. Надо начинать-то по-любому. Ну, а потом останется в любом случае, как бы, и все. Есть люцифер. Вот, вижу его. Здорово всем, ребят, кто недавно подошел. Играем 2 на 2. Миша не отписал и решили скатать сегодня. Я думал, что просто буду стримить. Ну, так даже веселее как-то. Единственное, что вот эти паузы нудные, как бы, они подбешивают. Так бы можно было по игру стримить. Это да. Как бы, в итоге приходится ждать, да, тупо. Ну, а как это исправить, если подумать? Ну, да. Да никак не исправить на турнирах всегда. Может, просто жестче дефлу задавать, но тогда уж, думаю, игрокам будет... не очень круто играть, где-то чуть задержался. Ну да, ну все равно нужно быть как бы на связи тоже игрокам, что тоже бесит постоянно. Тысячу лет турнира эти идут постоянно, ну вот одно и то же в этом плане, что как бы 1000 каналов, ну там предупреди, что там надо 10 минут подождут там как бы все по-любому. Это ж ну не какой-то там турнир буржуйских сверхчеткий, там все свои, тем более что... Так. Вы помните, брат, что подблоки отключаем там и все дела. На премиум подписываемся. Поддерживаем наши каналы. Great Great O в топе GML это этот Сирал.
Мы же недавно как раз смотрели, когда отборочный на ЕМ об этом говорили. Так, остались две карты. Так. Пошел инвайтик, Мишаня. Инвайтит. И ждем старта, блин. Конечно, не здорово, что так вот оппоненты не появились. Так. Лишняя игра бы не помешала. Погоди, погоди, сейчас они, говорят, придут. Погодите. Да, уже идут. А сейчас, а, вот он, микроб. Пришел, да? Ну да, на чате пишет, мы сейчас напарника позову. Так, ну, выходим. Ну да, что делать? Че, где они были-то вообще? Пишет, я думал, мы все. А как они там действительно в сетке двигались тогда, что все, не все? Сейчас докричусь, пишет. Походу, оппонент уже ушел. Может, тогда и все. Действительно. А то сейчас еще оппонента ждать. Да, мы так надеялись на фривин. Ай-яй-яй. Так я ему пишу, давай черкаем, а он не хочет. Как бы в чем прикол? То есть оппонент напарник появится, будут вместе черкать. Так бы сразу начали. Короче, не знаю, что там, кто. Ну тоже вечно ждать не будем. Ну да, нету пока оппонента. Нам надо дождаться все-таки оппонента, пока что-то никак не дождаться.
Лавовые копии. Так, хорошо, хоть он начал черкать. Союзник-то пришел? А. Нет, пока. Но зато вот сейчас мы подождем, а потом просто будем игру за игрой играть. Ну да, в этом есть плюс, там все равно задержки есть определенные. Но я смотрю, в нижней сетке уже Крит с Изи выиграли, там всех как бы дальше прошли. Они еще нас обгонят сейчас. Ну да, там то есть уже подождут, потом мы с кем-то, кто из Венеров. А, мы, кстати, с проигравшими получается, кем? А, с братка и гуру с этим мы проигравшим. Если туда дойдем, будем играть вообще, как бы. Ну, нам еще туда дойти, как бы, будет тяжело. Ну, смотрите, как бы. Буржуи это уже в финале Венеров. А что, они выиграли Пашу? Ну да, ничего себе. Нет, не Пашу, да. Там другое было. А, эти, что да, у да, нас? Да, не гуру, где, как бы, да. Проиграли феи. Эх, зачем нас побеждали? Ну да, типа мы стопудово. Так, эти, а что, финал Венеров Б5? Че себе, как его нафиг так делать-то вообще? Там что, мы до ночи будем играть, что ли? Уж лучше-то финал лузеров делать. Да, кроме финала, точнее суперфинала, вообще нет смысла что-то там делать. Это финал Венеров Б105 хотят? Ну, в сетке написано, что да, но я пока не знаю, претрицо. Ну это жесть какой-то. То есть это и финал Б105, и суперфинал Б105. Ну да, что-то с перебором, в общем-то. Поле смерти играем. Снова эта карта. Мы со всеми играем эту карту. Это хорошо, натренируем. Сейчас только дозвонюсь, пишет. Ну, давай. Ждем. Ну что-то прям вообще туго как-то все идет. Зритель спрашивает, почему так долго. Ну, потому что так и есть. Почему так долго? Это еще недолго. Бывает и дольше. Пишет Ops, please. А как тут опсов добавить? Ну, правая кнопка там сделать зрителям. Сделать зрителям. Ага, вижу. Чего, блин? Промахнулся. И сделал его ведущим. Бывает же. Чтобы дал, чтобы я их поприглашал. Да, лицо, когда на лигу выше переходишь, это хорошо. Так, а чё он один-то не заходит, а тут даже? Да, что-то не хочет. Наверное, пошел звонить к своему. Не принимает. Ну, он с Алмаза. Должны побеждать. Но вот эти задержки. Ну да. Вроде и сыграть хочется, но... Уж лучше какой-то фривин или фрилуз, чем вот такие вот моменты. По-моему, уже пора какой-то на таймер ставить каких-то пару минут, а то уже реально очень долго ждем.
Хотя, если подумать, там внизу такие же раунды играются, как у нас. Жалко, что нет проставленного времени на каждый раунд, знаешь, как в ESL раньше было. Ну да, так как бы было бы неплохо. Так... Конечно, просто не хочется как бы тех, ну так-то можно уже сказать, что уже как бы хорош, просто что-то, ну... Хочется, чтобы у них было приятное впечатление после турнира и проходили еще, а не просто вот... Ну... Тех луз и пошли обижены. А потом будут говорить, у нас был шанс, мы были сильнее их, но нам дали Тефлус. Так. Так, казнь один человек пришел, в общем-то, но пока что ничего не происходит. Но я думаю, что надо ждать, короче, несколько минут и уже как бы, ну, то есть начинать другую пару, потому что... Что-то тут они вообще долго. Говорит, не дозвонился пока, ребят, короче. Вот, давайте, Юр, тогда ставьте там сетку, давай, Мишта, кидай пацанов сюда, поехали, потому что он говорит, пока не отвечает, чел, что там уже в нижней сетке, там уже играет пара, как бы, ну, так, та, которую мы должны вообще играть дальше, получается. Че нам сетку тянуть вообще? А, да. У нас тем более та же самая карта, так что сейчас сразу и начали. Нет человека там. Так, да, все, да. Нас продвинули. Отлично, спасибо, Юр. Сейчас придут парни. Да, history хотят, что. Алдарис говорит, что они тоже проиграли. Эх, как так? Так, они в Венерах проиграли. Да. Ну, я про них и говорил, что они проиграли. Этим. Ну, он мне в чат пишет, что хорватские тефтельки лузера опустили. Ну, хорватские тефтельки. Это вам не это. Давайте, короче... А, одну минуту. Ну все, ребят, начинаем-то, наконец-таки мы... Хоть что-то вообще мы начинаем. В ближайшее время. Ну и там уже по обстоятельствам, если вылетаем, так можно будет там вместе что-нибудь покомментить, тогда получается, как бы. Единственное, что там как бы задержка по правилам должна быть. Поэтому лучше-то так продолжать, потому что. Ну, не, ну если не против будут другие, что без задержки. Не хочется запись на две части разрубать лично. А вот уже боевые кабаны там ждут следующую пару, получается, по нашей сетке. Браток, то есть Дима уже... Выиграли их? Да, да, и будут играть. А там, против ну... Гуру с Бёрнингом будет сложно, если даже пройдем. Конечно, конечно. Нужно будет подумать, что с ними сыграть. Тем более, был один. Угу. Все, готово, пацаны, вроде. Погнали. Ну тут еще здесь, да, надо как бы проехать нам. ТЗ? Играем что-то похожее, что играли против Крида? Ну да, получается, что что-то такое надо нам. А, здесь карта. А, такая, да, понял, нормальная, да? Карта, та нормальная, же. Да.
я беру дальний, ты возьми себе ближний экспанд. Давай, давай. Так, тиран газет ставит. Ну, у них барак газ, то есть он играет через Reaper экспанд, скорее всего, два барака. То есть там не будет сильных технологий. Да, тогда так, попробую сложно. Сделать быстрого либератора и снова перейду вот в 1-1-1 марики танки. По-надежному. Хорошо. Викинга там не должно быстро быть. Зерк стандарт, да? Да, да, по хата распол получается. Пустил КСМ-ку. А что он там увидит? Он и так должен был догадаться по таймингу барака, что забил. То, что тебя увидит. Ну да, ну тут, в принципе, еще как. Так, открой междубошечку. Приехал обратно, дружок. Ваши союзники вступили в бой. Какая напористая КСМ-ка. Убить хочется. Здесь сейчас будет Reaper, я уже буду защищаться, потому что у него по таймингу Reaper намного раньше прилетает. Так, вот он, вижу. Здесь. Он что-то промелькнуло. Так, у тебя сталкер? Да, давай. С другой стороны нашу стану. Я тогда и прям пойду. Ваши союзники вступили. Давай. Сходи пока попробуй. Ты Рипера ему не убил, да? Там нет, был... нет, он даже. Я здесь. Ваши союзники вступили. А, это линги. Словили моего Рипера. Мне удастся разведать. А вот Рипер. А как он тут оказался? Где он? Где он? Тылу там где-то? Он вот здесь прыгнул. А, ну я за сайтом, за овером погнулся просто, походу, поэтому так получилось. Да свершится правосудие. Я здесь. Ну, брат, там посмотрю на экспанды. Если что, попробую похарасить. Что ты? Так. Только один экспанд пока. Среди теней. Так, уже на лоу-граунде там, да, получается? Да. Будем пушить или как его? А, сейчас ко мне дроп прилетел, тут отбиваю. Хорош. Минку надо. Сейчас опс не скань. Не опс, опс, опс сейчас прилетит. Да и не скань, там не спеши. Угу. Давай пушить тогда чё. Ай, близко. Оператор 9 кВ сделал. Хорош. Да, тоже хороший момент. А пошли. Давай. Наши союзники вступили в бой. Четыре танчика, уже много. Главный момент, будут ли у него танки. Сканят.
Так, ну, они все видят. Так, ко мне дроп летит. С танками отобьюсь. О, что там такое? Какой-то нормальный дропщик, да? Да-да, у меня на второй, что там происходит? На третий линк грызет. А, точно. А пошли. Там танк. Два танка. Так, может, вот сюда? Давай сюда. Ай! Йок летает на тебя, полетел на мейн. Вижу. Ой, мне Либератор 16 рабочих убил. Провал. Провал. Там роущи просто немерено, как ты смотри. Да, есть такой момент. Ваши союзники вступили в брак. Ну что, отходим? Ну, хотя, пока... куда отходить? Ну, нам туда, тут куда нам отступать, то уже и некуда особо. Сейчас надо текание иду. Приду, им можно что-то думать. Но ты смотри, там ты один. Это плохо, что я один здесь. Аккуратно, да. Я подхожу. Ваши союзники вступили. Давай я тут. Ай, пока. Танки. Так. Это все плохо. Перворожденные выстоят. Место рождения минералов. Так, чтобы не врываться. Нет. Вот что-то я отменить хотел, ё-моё, блядь, что я сварил. Все равно больше. А если бы не Либератор тут не убил миллион рабочих, у меня все было бы неплохо. Так очень сложно. Да. Ну, как-то, ну, надо не так было с архончиками пушить, какие-то адепты тоже начал строить, непонятно. Так, ну что делаем? Ну, можно отступить, немножечко подождать. А, щитов нету. Там уже, смотри, думаешь, четвертая база. Ну, я видел, да, что щитов нет просто. А так. Я все жду, пока не доделается. Вот тогда я дроп попробую сделать, и тут стоим, держим позицию. Ну, как-то так, а что делать еще? На золото-то как-то надо его выдавливать, потом получается пробовать. Как-то все печально. Ой, мне дроп, да. И что отбить? Блин, надо сталкерами возвращаться только если. Ваши союзники вступили в бой. У меня дотекание прям туда идет. Ваши союзники вступили в бой. База умирает. Так, пытаюсь прийти и вычем. Блин. Вроде чинил. Союзники вступили. По-моему, мы проиграли. Ну да, что-то все плохо как-то очень. Ну, давай втягивай сюда, может, последний раз вот проатакуем что-нибудь. Да, давай. Ты да как так? Ваши союзники вступили в бой. Слияние стягивать. Получается, на его четвертую будем дать. Но у меня тут очень мало всего. У меня 80 лимита. Блин, упа, своего псишка, давай все убьем.
Давай, агри их тогда, пусть что тут я. Вот так-то пойду тоже что делать еще. Ну да. Да, ближе тараканчики надо пододвигать. Да. Месторождение минералов истощено. Ваши союзники вступили в бой. Месторождение минералов истощено. Призма, призма, аккуратнее. Верхон. Месторождение минералов истощено. Ваши союзники вступили в бой. Блин, тут овер еще, смотри, тут крипа наливает, речью не заказать нифига. Что парит у него где? Так, ну база падает, но... Ну на надо дальше пытаться агрить. Попробую дропом сагрить. Они тоже дроп делают. Можно часть дома оставить. Че, пойдем, может, поближе передвигай и надо как-то. Там либератор. Да, я вижу. Ну тут надо идти, просто ломиться как-то нам, я не знаю. Как, правда, так нам наломиться, чтобы. Может, давай и налево попробуем обойти. Шейхз. Блин, двойной медивак. На вторую все-таки. Думал на третью. Надо ломиться, а ты отошел вообще. А, ну давай попробуй с той стороны. Блин, ну там видно будет сейчас все прекрасно, как бы чем прикол. Блин, долго мы заходим, конечно, сейчас очень. Ваши союзники вступили в бой. Ну что поделать? Попробую растянуть. Смотри, там зерк туда выманулся сейчас сразу же. Угу. О, это Метеран, я отступаю. Ну я пытаюсь наломиться, как бы здесь. Ну я дропом натурал тоже убиваю Теран, но как-то это уже все поздно. Мне тут танки подрезают. Ой, протосы. Зерга много. А, ну здесь такая оборона у них тягучая, конечно. Так, дома, видишь? Я... А, там печально все, ну ясно. Очень. Если ты как-то отобьешься, но не знаю. Домой разве что телепорт. Конечен телепорт. Скоро нет. Тогда до конца. Так, мне там на майн как-то было адекватно не зайти получается. Почему? А там что народа там много. Смотри. Но танков нет, я бы сейчас ломаться, потом Равиджеры. Хотя оно и так кажется уже поздно. Там 2-2 грейда в Теран. А как-то лучше они сыграли. Намного лучше. Не, ну зайти-то я зашел, как бы, ну, чудо. Уже походу. Армии нету? Да нет, нормально. Что там я пробовал? Ваши есть? Союзники вступили в бой. На нашей базе атакована. База союзников подверглась нападению. Нет, тут что-то у зарга много, короче. ДГНчик, в общем. Да. Печально, но ничего не поделаешь. Ну, как-то так я и планировал отыграть турнир. Ну, изначально, понятно, что так и...
так и планировал. Да, ну я тут как-то вообще даже не понимаю, что делать. Ну, приняли честно. Участие. Думаю, это хорошо. Ладно, пойду я уже тренироваться один на один. Да, так, давай, наверное, Миша, так, стримить, да? Я достримлю, я думаю, да, тут происходящее. Хорошо, все. Спасибо за компанию. Все, спасибо тебе, Миш, как-нибудь поиграем еще, может, я там тоже хорошо. Погоняю фуфан. Давай, Миш, пока. Так, ну что? Так, а что у нас? Кто играет, кто не играет? Так, ну нам по венерам только, да, надо было идти, на самом деле. Ну и то там, как бы, челы нормально играют, я так понимаю. Вот. Так. Короче, ребят, сейчас я буду задержку выставлять, потому что у всех есть задержка, и, ну, нужно с задержкой. То есть сейчас будет стоп-старт вообще, как его. А, Паша, 90 секунд. Короче, полторы минуты задержка будет. Ждите стоп-старта.